как сегодня прошел ночью маленький дождичек, 5 минут. Вот сегодня уже разыгралось ближе к 1 баллу море. Обычно после дождя всегда бывает шторм. Но детям очень интересно, вон они с таким восторгом купаются, встречают эти волны. Вот. Ну, я немножко тоже покупалась, но море очень грязное сегодня. Если на вчера был штиль, и море было намного чище, то сегодня ужасно грязное море. Просто ужасно грязное. Всякие палки, чего только там нету в этом море. Ну и сами видите, вода-то какая желтоватая вся. Но, тем не менее, люди купаются. Мне вот надо было тоже сделать упражнение в воде, поэтому я залезла все-таки тоже, искупалась маленько. Ну, где-то 10 минут была, чтобы сделать упражнение. Но очень сложно их делать, потому что волна все время накатывает и накатывает. Тем не менее, вот сегодня хоть понедельник, а народу, видите, сколько? Ужас просто. Много очень народу. Вот, так что, ну, думаю, что завтра шторм усилится, потому что на сегодня опять передали. Ну, не то, что передали, я посмотрела, значит, на завтра и сегодня тоже дождь. Ну, на завтра вторник, да, тоже дождик небольшой. Сегодня тоже будет во второй половине дождь, но ночью вот только шел 5 минут дождь. Неплохой был дождь, да, не капал, а посильнее прошел. Ну и вот результат. Штормит море. И так всегда бывает. Если дождь прошел, то и шторм тоже надвигается. Ну вот, такие вот у нас сегодня. Ну, вода не очень холодная, где-то 23 градуса написано было. 23,7, по-моему, что ли. А вчера было 24, но вчера вообще просто невозможно было вылезти из моря, потому что такое теплое море было. Я 40 минут сидела в море, но потом все-таки вылезла, потому что на улице прохладно было, вообще солнца не было. Сегодня хоть небольшое солнце, а вчера вообще его не было. Ну вот, народ есть, народу много, все купаются. Рио тоже. Это самое судно ходит до утра.